30 должна была выйти вторая группа. Четыре машины куда-то хуйни поедет. Я вы, вот я выключил еще куда-то. Вот сюда. Один тут остается. Я подумал, что они слева лежат. Дайте сектор для браунинга. Где пить? Мы фиксируемся, ставим позиции эти. И сегодня... А, кстати, и пускай... Заезжайте, заезжай, заезжай. Хорошо. Не сильно. Главное, нет кровотечения. Цепануло просто. Легко, вроде да, поехали. Их тут нет, блокпост слева. Так. Портфельчиком, да? Ага. Оп.
останавливаемся, да? Больше будет. Парни, смотрите, дом слева. Забирай. А ты туда пошел, пошарьёбиться? Подождите, пацаны, блядь, не толпите. Это видео, как ты воруешь, блядь. А воруешь русский народ. Камазик. Целый БКшечки. Не воровать у русских. Жили мирно, все, спокойно жили, мирно, работали, работа была, все было. Дети поразъезжались, все. Что они наделали это вообще? Ну это вообще святое. Фашисты же. Да, русские даже по-русски писать не умеют. Только ни разу нахуй. Посмотрите.